Блин, у нас такая херовая бумага для выпекания постоянно как будто подгорает. Так, ладненько, поехали дальше. Где пойман? На экране. Снизу ничего нету. И проверим, конечно. А там что-то там есть. Стой, стой, там есть платформа. Ну что, с этой платформы можно куда-нибудь сюда попасть. Типа там стена ломаемая, хз. Да, охренеть, как тяжело туда вернуться-то. Короче, цветок, ну нафиг. Слишком сложно. Чем мне их солить, что ли? Так, 4000. Блин, надо будет на самом деле. Сейчас мы все равно идем к Шидре. Мы у Шидры сейчас оружейку прокачаем. Те осколки, которые у нас есть. Так, ну наверх сейчас пойдем потихонечку пробираться. Надо локацию-то исследовать. Блин, так. Тут надо было просто спарировать его, как я обычно делаю. Каков сюжет этой игры? Большой, ну, наш каменный мужик с дырой в башке. Забавно, я здесь выключу электричество, что ли, я не понял. Мужик с дырой в башке проснулся посреди ничего, посреди каких-то пещер. Сформировался, так сказать, посреди пещер. Вот. И пытается понять, кто он такой, что здесь происходит. Потихоньку узнает, что он из клана практически самых сильных существ в этом мире. Вот. Павший с небес, самый сформировавшийся из всех существующих здесь монстров. Ну и вот пытается добраться, вернуться к месту, откуда он и пришел, собственно говоря. Типа того. Вообще очень красивый атмосферный каменный мир здесь создан. Такие монстры, видите, как не сформировавшиеся какие-то вот каменные гоблины.
Так, туда не пойти, я понял. И все в этом роде. Yep. Yep. Я наверх хотел. Окей. Сколько же у меня бесформенной массы-то, наверное, в сумме, да? Так, куда мы еще не ходил? Так, ну тут тупик, окей. Ага, тупик. А почему ты забрался в итоге? Тупик тоже, не. Совсем тупик. Мы почти добрались до этого места, где мы... Угу. Так, а может быть... На самом деле там не тупик. Как нам здесь забраться? Че, может быть, там проход какой-то? Блин, да не, вряд ли. На самом деле, вряд ли. Так понимаю, она уже не нужна, но если ты один раз забрал у нее промокоды, больше она тебе не нужна. Чё-то удобные места какие-то, да? Ко мне голову, ты вытесанный. Матери пришли отсюда, но здесь их нет. Наши родичи теперь потеряны из-за тебя. Забери тебя, Шидра. Ну, ладно. О! Сегодня будет что-нибудь кроме Грайма? Нет, сегодня играем только Грайм, пытаемся его закончить. Я пытаюсь допройти некоторые игры, чтобы вот... Всё, чтобы их пройти. Но игрушка шикарная и надо по-любому добить. Так, здесь мы, значит, бежим в эту сторону, да? Очень-очень хочется ее пройти, но и то вряд ли получится. Просто надо еще к блэкбуке вернуться. Все так просят блэкбуку, так просят, но я не могу. Ну, типа, она супер долгая, и поэтому вот разово так прям много ее стримить немножко надоедает. Ну, порционно надо, порционно. Какая-то супер легкая лока со старыми легкими мобами. Ха! В
Зенос, ты полностью прошел или еще будет? Ну, полностью я еще не прошел, но там очень много концовок, которые очень сложно. Скипай все до финала. Зачем ты ищешь секретки? Потому что мне нравится эта игра. Как можно играть в метро, а ты скипать секретки? О чем ты? Там больше 10 концовок, но у нас мы выбили где-то 4, по-моему, ну если судить по ачивкам, я уже не помню. Может быть, мы в секретах найдем прям супер прикольные оружки какие-нибудь, да? На нашего мага. И, ну, блин, не, ну, эта игра интересная. Поэтому в нее играю в первую очередь. Так, я не помню, я туда-то сходил? Что там? Там смерть, ладно. Ага, и это, собственно, выход к сервокорню, или как он там. Братан, у тебя здесь все нормально? Мамы! Нету их, нет. Ну, я, кстати, надеялся, что мы здесь найдем повторную этих мам. Но что-то как-то... Может быть, вот где-то здесь прячутся? Может быть, я вот тут вот кусок не исследовал? А то что-то такая большая локация и без босса, блин, странно. Нет, там ничего нету. О, это та секретка. О боже, я вспомнил, где мы. Лифт, да. А, ну не лифт, но... Ну да. А, не, это лифт. Все верно. Сейчас сходить в эту секретку, потыкаться, попробовать. Блин, не, чё-то не очень хочу. В этой локе нету босса. Грустненько, грустненько. Ну, последний из боссов в верной форме был действительно хорош, поэтому... Что здесь и как, блин, сюда попасть? А, я знаю. Обойти все. Обойти все и спрыгнуть, чтобы лифт был снизу. О май. Ну я могу пробежаться, я могу, мне не сложно. Просто только из секретов как тут прокачиваться. Да не, не только из секреток, ну просто прикольное оружие из секреток. Да, я понял, что справа от лифта можно прыгать. Падаешь туда и тянешься к шарику. Не, оружие еще и в магазине здесь, в принципе, продаются. И просто разбросано. Ну, может быть, в секретках разбросаны какие-то имбовые. В этом и весь интерес. 1С интерес. Ну и найс лаги. Ау. Чё здесь? Никаких еще этих не спрят. Да вроде нет, мы там бегали. Фэнку 00. Второй тир подписки. We stand strong together. Спасибо большое за сапку. Добро пожаловать. Добро пожаловать в комьюнити. Рад видеть новых подписчиков.
Девай пола в чатике, юзаем вот. Второй тир. Ну, явно ради смайликов. Так, а как здесь обратно-то забраться? Может быть, вот там где-то? Так, не, с вами я просто драться не хочу. А, отвалить. Добровсь. Ай, блэд. Ладно, нормально. Не хочешь секретку справа от лифта, то лифт спускать не обязательно. А чё он тут забыл? На него здесь можно было спрыгнуть. Да ты, блин. Да, не заметил. Ну, что поделаешь, потратил пару минут своей жизни. Своей и вашей. Угу. Леволамовая пыль. Ну, откуда же я знал, в какую сторону-то? Прикольно здесь. Сюда можно? Ну, можно, но не нужно, да? Красота, блин, какие же здесь атмосферные локи просто. Мне кажется, справа еще что-то как будто было. Ну, что-то здесь было. О боги. Эти гигантские секретные локации. Так, здесь все заперто, я понял. Нам надо вначале разобраться с электричеством, которое как раз тут, да? Окей, вниз сложнее гораздо, потому что, когда ты вверх прыгаешь, ты хотя бы знаешь, куда примерно ты летишь, куда ты падаешь, что происходит. Здесь посложнее. Если я сейчас прыгну, скорее всего, я головой ударюсь об эту штуку. А скатиться я не могу из-за баги.
Streamer из Англии. When will we go to watch video of the champions of Frontera after this game? Я даже загуглил переводчик, как это написать. Мы пойдем смотреть всех чемпионов Фронтеры на следующей неделе, примерно во вторник, за день до матча. Может, в понедельник. Посмотрим. Но я здесь не везде еще бегал. Вот этот кусочек еще пропущен какой-то. Нас минут будешь туда проходить. Я не знаю, ну, мне кажется, нет особого смысла, честно говоря. What? Но... Why? Мы же даже ничего там не нашли. Зачем этот проход? Зачем этот шорткат? Что? Чё? Лучшая секретка в игре или мы что-то пропустили? Ну, потому что я точно пропустил вот здесь кусочек. Может быть, там лежит какой-нибудь красный камень, да? Боже, ну, жесть. Да нет, не секретка ради секретки. Я, значит, пропущу. Ну, сейчас спустимся туда. Мы же... Я же вот здесь как спрыгнул. Во-первых, я налево не сходил, по-моему. Мы сразу направо попрыгали. И вот здесь не посмотрели. Сейчас вернемся туда. Так. Ага. Ау. Тут где-то челик сидел. Исчез, сбежал. Шидра там что-то с своими камушками разбирается. Так, принесли мы ему дух дитя или что там было. И фон... не, сейчас не фонарь надо качнуть, сейчас надо качнуть этот бур на самом деле. Бьюти нитан лязира ты греху. А это ты возвращаешься вновь. Что ж, тогда не мешкай. Передай мне частицу. Да, отлично. Он откроет проход в барьере почитателей Рока. Оттуда путь к тусклому небу будет очевиден. Однако перед тем, как ты уйдешь, тебе стоит кое-над чем поразмыслить. Последовательно с нетерпением ждали твоего визита. Так, тихо, минуточку, у меня очень сильно запахло наггетсом. Будет проверить, там ничего не горело. Да не, все нормально. Они будут приветствовать тебя с огромной радостью. Что ты будешь делать, когда предстанешь перед теми, кто боготворит тебя? Заставит ли это тебя, наконец, призадуматься? Всего лишь мысль, они же у тебя есть, верно? Как бы то ни было, мне пора заняться срочными делами. Иди и действуй так, как велит твоя природа, или перебори ее. Да я понял, куда мне идти, спасибо. Догадался. Распечатыватель. Слушать. Скажи мне, Алхлан, как существо не совсем этого мира, ты тоже испытываешь страдания? Наше существование не предполагалось, по крайней мере, в том виде, как это есть сейчас. Для большинства это несоответствие между тем, кем они являются, и тем, чем они должны были быть, выступает источником страданий. Мы все страдаем, и нам всем нужно выбирать, как существовать с этой болью. Существа вроде тебя стали такими из-за страданий. Тебе любопытно? Не можешь говорить, однако добровольно выбираешь слушать. Значит, тобой движет не насилие, но любопытство — это особенность таких, как ты, или это заложено в тебе дыханием родителя. Возможно, есть еще шанс. Ясно. Улучшить. Выбирай с умом. Да я уже выбрал. Во-первых, качай давай мой фонарь еще дальше. Во-вторых, как я уже сказал, хочу качнуть бур. Фонарь на 56%. Так, массы не хватает дальше. Так, надо наггетсы точно
А где же стример? О, стримит кресло. Как вы вообще можете смотреть такой стрим? Что же это такое? Привет, Wild Corns. Ты имеешь в виду вообще в Black Book или сегодня в Black Book? Блин, двуручные мечи, наверное, прикольные. Плюс 5, плюс 5. Так, здесь скачнуть. О, максимальный обладатель дыхания. Нормально я так пушки до максимума качнул. Полностью улучшить оружие. Пок-чамп? Если ты имеешь в виду сегодня, нет. Если ты имеешь в виду вообще, то, конечно же, играл в Black Book. Очень много записей есть на ютубе. Гнездо мрака, что-то здесь интересное. Там какие-то дабл-джампы были, что ли. Так, ну, пойдем вернемся и посмотрим, где я там в секрете что-то пропустил. Спасибо, чё, спасибо. Шидра напоминает Батура из Старкрафта. Возможно. Может быть, еще вот налево надо было сходить чуть-чуть, не знаю. Всего лишь жемчужина. Музыка такая вообще. Как и что? Ну, походу, там делать нечего. Либо я не знаю, какого-то суперпадения не изучено. Да, зря я сюда шел. Ну что ж, тогда к сервокорню. Сервочервью или как его там? Короче, на телепорт и в следующую локацию. Спасибо, Рик, спасибо. Конечно, некоторые старые локи еще бы, наверное, хотелось бы подисследовать, но... Ой, братаны. Йон, это ты! О, наш друг, это... Это не... Это не сработало! Я все еще чувствую неправильность. Неужели я безнадежен? Неужели единственный, для кого форма ничего не изменила? Что мне не хватает моего лица? Может, это никому не помогло? Все просто притворялись. Надеялись, что станет лучше. Я не могу быть единственным, не могу. Может, если бы у меня тогда была плоть, может тогда все изменилось бы. Но мне больше не у кого спросить в верной форме.
пожран тобой. Еще ты собираешься пожрать формирователей. Я никогда не питал к тебе симпатии. Как может нравиться кто-то, кто всегда молчит? Кроме страховидности, это самая неприятная черта, которую только можно иметь. Но тебе до этого нет дела, да? Ведь так? Ты прекрасный, блистательный пирователь. Это твоя вина. Все разрушено тобой, я здесь только из-за тебя. Я мог бы вернуться. Вернуться к мамам. Блин, серьезно? Просто уходи. Йон, ну ты чего? Не, он что-нибудь придумает по-любому. Или, может быть, я какой-то диалог с ним пропустил. А, о. Ну, я думал, что это сработает. Сделаю вид, что грущу. И ты тоже начнешь грустить, а потом забросишь все дела, которые... Мне было выгодно, чтобы ты забросил все выигрыша. Хи-хи. Серьезно, он будет боссом? Ну почему ты все портишь? Если так уж хочется, можешь... Хоть всех уродин изничтожить, вон они, под своим уродливым небом. Я тут, сторона красавцев, крушить строго запрещено, тем более, когда я так близок к пропорциональному совершенству. Только не смей приближаться, если мы все еще друзья, точно? Хи-хи, что скажешь? Для меня ты все равно остаешься самым жутким привлекательным, даже если останешься вон там, сюда. Да чтоб тебя, так и знал, что ты не купишься на тему с дружбой. Ладно, так что же все-таки тебе нужно? У тебя же есть форма, неужто тебе недостаточно самой лучшей на свете вещи? Зачем ты все крушишь? Как же ты будешь существовать, когда вокруг ничего не останется? Ты хотя бы об этом подумал? Да, вот я это я выдал. И ты потратил все дыхание на формирование своего драгоценного тела, на остальное уже не хватило. Это к тому, что ты глупый. Уродины, скорее! Пока эта глупая красивая уродина... Тут все не разрушило, ясно. Октаба! Зибут! 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 Местная арьянка получилась в итоге, да? Зибут! Октаба! Зибут! Ау. Зумая! Октаба! Он обычными начал кидаться. Зумая! Йон! Ты был нашим другом! Зумая! Обнаружьте всех жертв и пропорции еще ачивку дали. Поговорите с Йоном в последний раз. Йон! Сломанный торс Йона. Так, это лепестковый самоцвет какой-то. Торс из челюста брони, фига, я такой даже не помню. Где Йона? Ого, красивый, класс. Ну, поехали. Великий дар. Старая боль, сводящая с ума чувство тревоги, которое неумолимо преследует каждого ко мне рожденного. Их тело неудачное воплощение великого замысла. И постоянное ощущение ненормальности, неживое не должно дышать. Однако матери идут против природы и творят чудо. В другой вкладке расходник поглотить, чтобы получить 48 единиц массы. Так мало.
Несущественный акт, который будет иметь значение только для вас. А знаете что? Я думаю, может быть, Йон бы хотел стать частью. ГГ, правильно? Почему только для нас? Наверняка он тоже будет доволен, что и после смерти хотя бы его жизненная сила передалась такому красавцу, как мы. Предал друга за 48 массы, ну а я не... Думаете, я мог просто бегать и не убивать его? Хани, привет. За барьером. Уф. Какая здесь повсюду грязь. Музыка, блин, грустнявая. Это что? А, ого. Чисто прыгать, что ли? Он был парнем, который просто любил жить. Не уверен, кстати, что парнем. Ну, типа... Оказалось, у него довольно такое стройное тело было. Больше женское. Оп, здесь сразу же карта. Восхитительно. Это хорошо, потому что здесь было бы очень неудобно исследовать без карты. Направо. Там наверняка можно забраться еще было прямо у камня. Ну, к камню мы еще вернемся явно. Понятненько. Ну и музычка. Привет, Андамин, здравствуй. Где тут куски лежали? What? Какая странная херня. Сопливая локация. Наверное, нам на самый верх, поэтому... Пока что... Сюда схожу. Очень странное, потому что здесь что-то как-то врагов нету в этой локе. Лока из Evil Within. Да уж.
локация на управление героем. Никто не живет в сопливой локе, а именно в за барьером. Стоп, может быть здесь шорткат какой-то откроется, нет? А, конечно. Музыка закончилась, сейчас что-то будет. Пора готовить фонарь. Блин, неужто это финалочка? Очень похоже на лестницу, которая ведет к концу. А у меня... Да не может быть, я убил сколько боссов всего. Ну как бы 5 боссов. Видимо, есть еще где-то опциональные спрятанные. 3 дружелюбных из... Я не знаю, может быть, не все клетки на самом деле будут. Так же, как и здесь, может быть, не все клетки. Трайхард для ловких пальчиков. Да, да, легкая лока, вообще проблем нету. Город Кенотаф. Ага! Это вы! Наконец-то вы здесь! Приветствую, приветствую, о, завершитель! Добро пожаловать в город Кенотаф. Все тут, это дар кода вам. Все тут. Проработанное и доведенное до совершенства выступление, представление, создавшееся вечность... Создававшаяся вечность, которая в конце концов закончится. Вы обязательно запомните великое последствие последнее представление кода, и мы останемся в памяти. Начинайте празднество, все по местам. Прошу, великий пожиратель, исследуйте город. И все то, что мы создали для вашего прибытия. С нетерпением жду нашего танца в башне, завершитель. Ха-ха! Это что? Это получается, все здесь было сделано просто для нашего развлечения? Я правильно понял? Что он только что сказал. Типа его падение с небес на, ну, на эту землю, его создание. Все это просто, чтобы ему было весело. Да не. Ох уж эти боги, их пути никому не понятны. Надеемся, что созданное нами удовлетворит вас. Прекрасная клубящаяся тьма. Интересно, блин. Так, не пойдем наверх сходим. О, прекрасный завершитель, мы так волновались, так долго прозябали с мертвецами. Мертвецы, они не помнят ничего, кроме слов. Их разумы помрачились от заточения в тленной плоти. Мы бы пожалели их, если бы их состояние не сделало их такими непредсказуемыми и одержимыми в своем безумии, и они никого не слушают. Если они не присоединятся к представлению, их следует устранить. Представление ничего не должно помешать. Завершитель преподносит нам всем дар. Вместо размышления о том, как лучше принять его, они одержимы такими тривиальностями. Формы, глаза, симметрия пропорций. Снова и снова этот вздор. Единственное, что имеет значение, это представление. Единственное, что имеет значение, это вы. Представление ждет. Может, под DLC? Количество дырок, что ли? Карта здесь еще не открыта. Так, то я не понял, я могу сюда пройти? Могу, но... Вначале мы сходим налево. Да блин. Mm-hmm.
красивые картины какие-то. В игре капец странный сюжет, я просто отказываюсь его понимать. Или... Неоткуда мастер сюрреализма. Это плохо, даже ужасно. Завершитель вскоре будет тут. Я не могу показать это. Это кошмар, но завершитель никогда не съест эту ужасно заурядную нелепость. О боже, завершитель, как война. Нет, то есть прошу, не смотрите на эту жалкую попытку создать предмет искусства. Я недостоин, великое спиральное сердце. Мне невыносимо осквернять вас такой постыдной кухней. Я недостоин. Я же съел. Ладно. Это, да, я так и подумал. Ух, ёпт. Приветствую, нескончаемая тьма, я из мастеров вытесывания. Мне вместе с другими представителями моего ордена выпала честь создать всевозможные статуи вокруг города. Мы неустанно трудились, чтобы запечатлеть ваше ужасающее, чарующее, зловещее присутствие. Однако перед нами не было натуры, пришлось пойти на некоторые творческие вольности. Итак, вот наше последнее творение. Завершено прямо перед вашим прибытием в наш славный город. У нас будет честь, если она сольется воедино с вашей небесной сущностью. Крылья для полета. Может, на них спрыгнуть надо было? Мы благодарим вас, завершитель. Да начнется празднество. Жду не дождусь, чтобы рассказать вам другим о вашем одобрении. Вот. Может быть, надо было, я не знаю, подлететь вот сюда, на эту штуку. И влететь в эти крылья. Может, нет. Или просто их надо было сломать так же, как ту картину. Мы же разрушитель, как-никак. Хранитель святилищ, мы надеемся, что вы полностью довольны своим визитом. Каждый отдельный объект в городе Кинотафи создан вручную и установлен, чтобы усладить ваш взор. Все по-своему внесли свой вклад, чтобы ваше пребывание здесь стало запоминающимся. Впереди мы подготовили для вас фрагмент Леволама. Когда будете готовы, вы звоните в колокол наверху, чтобы начать последнее представление кода. Класс. На этой штуке есть. У акулы попкорн прям классный. Так, а я приветы не с выключенным микрофоном говорю? Ладно, повторюсь, несложно. Да и приветики. И тебе хорошего вечера. Так, тут у нас что? С выключенным, ну, стример смог. Ну, карта. Частичкой вашей утробы, раздробленной и разбросанной повсюду со смертью родителя, с рождением кода. Мы собрали для вас столько этих частиц, сколько смогли, и, к сожалению, сюда мне не долетели. Поэтому нам пришлось иметь дело с порождением позвоночника. Позвоночник. А, блин, и правда похоже. Лол. Ну, чем-то. Ячейки есть такие. Перекуйте связь, представление ждет. Просто мне дальше направо или все-таки наверх? Просто такой путь бежать, если там сейчас реально босс будет.
Эй, привет. Кода Силгард. No, no, Endgiver. You should be above, exulting in the celebration. Вам надо быть сверху, не здесь, внизу. Это и есть кода с таким кода, как я, который не может танцевать, не готов участвовать в представлении. Я лишь... But the dreamer of unwelcome roots and worse it will. И я не могу держать этот меч. Ты хочешь пройти по этому пути? О, да, конечно, существо из... Из позвоночника must have kept it to its end of the deal. А, все-таки содержал свою часть сделки. Видимо, они услышали причину. Барьер открыт для тебя, Endgiver. One of the spine attempted to extend its influence for its unwelcome. They claim to know what is best. They were wrong. They have changed upon witnessing the heart of your spiraling splendor. Alekun. Позвони в колокол, и мы начнем. Так, ну подожди. Ты же сказал, что я должен быть наверху и праздновать. Подожди, я сейчас вернусь. Снова английский стример, да, и мне было немножко лень все это переводить, если честно. Я сейчас пытался на X спрыгнуть с лестницы, прям как в Геншине карабка не отменить. Много такого непереведенного в игре. Ну вот первый диалог. Кода мастер танцев. И прыжок, и поворот, и... Ох, приветствую, завершитель. Вам уже не терпится. Мы лишь вносим представление, завершающие штрихи. Позвоните в колокол, и мы станцуем для вас. Где колокол-то? Я хочу ваши танцы посмотреть. Наверное, где-то наверху. Может быть, здесь есть две концовки. Одна наверх, вторая вон туда. Нет, не точно. Какие-то камушки. О, да, завершитель. Эти объекты ждут сокрушения вашей могучей хваткой. Я понимаю, что процесс может быть неприятным. А, наоборот, приятным. Приступайте к сокрушению, когда захотите. Ом-ном-ном. Позвоните в колокол, когда будете готовы начать последнее представление. Блин, ну это, наверное, просто телепорт, если я захочу... Если я захочу еще поисследовать. Ну это похоже на финалочку. Ну поехали. Последнее представление. Интересненько. Ладно. А! Что это был за суперпрыжок внезапно с моей стороны? А, там какая-то типа веревка была или что-то такое, я по ней, наверное, прыгнул. Ага. Или нет. Да. Ау.
Я, кажется, отбил эту хрень. Красная. Ау. Блин, красивый, черт возьми, офигенный босс. Окей, это прям очень круто. Прыжок по инерции был от лифта. Забавно. Блин, круто. Мне нравится. Стример опять сморка забыл. Нет, я не хотел юзать фонарь сейчас на самом деле. Я хотел драться обычным оружием. Блин, если мы поюзаем фонарь, мы что, ваншотнем опять? Как и всех других боссов. Тут мы хотя бы стадии посмотрели. Босс прикольный. Я не могу, хранитель закусок. Я не могу, я больше не могу ждать. Раскроши меня, раскроши, проглоти меня. Раздроби на куски частички моей сущности. Забери меня. Всего меня внутрь себя. Блин, ну ты, конечно, кек. И эти тоже такие хотят, наверное, чтобы их съели, нет? Наверное, главный повар был. Почему бы не собрать козу в семинаву? Можно, но не нужно. Чё, хотите фонарь? Увидеть, насколько он имбовый. Если не умирать. Особенно. Ау, нифига ты. Блин, коса прям я такой же пользовался. Ого, у него атаки. Ты давно такие атаки решил крутые делать? Класс. Почему бабафом оно лучше ансамбля? Потому что ты теряешь 15 энергии при прожатии Ешки и не ультишь. Ульта у козы наносит под 3000% урона. Ты хочешь терять 3000% урона? Ну, понятное дело, не терять. Даже с семенавой можно прожимать, но... Хочешь терять 15 энергии? Может, у тебя, конечно, фулл пачка фавониев под этот, но... Не знаю, не, здесь некогда фонарем стакать стаки. Вообще. Игра зависла, круто. Ну, походу, перезаход. Главный прикол в том, что чтобы правильно использовать фонарь, нужно найти тайминг, когда враг будет стоять на месте, чтобы мы буром удвоили стаки с 15 на 30. Я знаю этот тайминг. Это тайминг, который происходит тогда, когда мы его притягиваем после одного какого-то блока. Один раз у меня это получалось.
промокод от Паймон, можно забрать. Понимаю. Класс. Можно будет забрать до конца августа. Ага, все, нормально. Поехали. Уже без бафов, правда. Ну еще проблема фонарика, они, мне кажется, стаки успеют спасть, пока вот, пока мы тут прыгаем, летаем. А может быть и не успеют, кстати, хрен его знает. Предсвапи долго стоит на месте. Ну да, кстати, после своей атаки довольно долго, согласен. Ну я сколько я успею накопить? Ну может 10, дай бог. Не, давайте попробуем, anyway. Жал Кью. А. На балерине... Ну, на балерине... А, на мелких балеринах, да, довольно долго тоже стоит в ФК. И сама балерина, так это... Не, ну можно попробовать. Можно попробовать настакать, потом удвоить, пока он упал. Добахнуть. В принципе, анимацию уже посмотрели, пора... Пора и имбу собирать, да? Что-то игра как будто Фепсы прям сильно потеряла после перезахода. Прям 51 у меня тут периодически чуть-чуть лаги. Как-то unresponsive что ли стало. Класс. А, не, я достал. Пол. Стаки, стаки. А я вижу их таймер, кстати. В прошлый раз я не обратил внимания, что он есть. 6. А! Ау! Какой лагучий босс, боже мой! Вот сейчас. Тысяча 140, ну фигня, если честно. Мне кажется, я обычными атаками ему больше все равно несу. Цэ. Я прям в нее прыгнул. Ну, балерина 28. Ну да, 28. Да, мы две штуки не достакали. Но все равно урон был не супер большой.
Так, вообще, блин, серьезно, где мои 140 феписов? Сорок. Сто сорок. Несмотря на то, что оконный. Во, все нормально теперь будет. Что это такое? Что такое неплавное было? Жаль, что оружие нормально скелящегося от резонанса мало. Ну... Но все равно как будто лаги какие-то странные. Ау. Забыл, что спаймен здесь. Подскажи, что дает. Это в Геншин не играет, друзьям посоветую. Можно забрать 60 примагемов. Просто на экране, развернув экран на полную. Забираешь промокодик. Можешь даже сам забрать промокод и одному из друзей отдать. Они уже пускай там на стрим заходят сами. Остальные пускай там заходят на стрим сами. Так, я не понял, почему у меня единичка все еще, я промахнулся. Ну все, минус стаки. Босс совсем не душит. Да крутой, крутой, офигенно вообще. Сделано прям балдежно. Только мои стаки что-то куда-то теряются. Ладно, хер с ним. Вот это вот проваливание в землю, конечно, офигенное. Ладно, мы попробуем настакать. Никогда не понятно, когда можно парировать, а когда нет. Фонарем реально лучше, если бы я просто дрался буром, как это было в первой попытке, все было бы гораздо лучше. Фонарь, конечно, прикольный, но давайте фонарь использовать чисто в начале, ну вот на первую фазу попробуем хотя бы. Ну. Вот в этот момент. Ага, можно еще вот так вот делать. Ага, имбу нашел. Это было логично, что так можно, но... Но было сложновато реализовать. Да вот, с какого хрена?
Давай мы все мне, просто все мои стаки собьем, потому что ты отталкиваешь в момент падения. Он просто отталкивает в момент падения. Может быть, надо, пока он падает, быстренько в прыжке ему одну атаку прописать? Уф, блин. Не, я впишу ему эти 30 стаков на момент падения, я это сделаю. И да, мне кажется, когда он только-только упал, не успеваешь, не успею я все-таки бур сделать. Бьет только ее, и тогда, мне кажется, норм фонарь. Тогда балерина. Ну, да, наверное. 30 никак нельзя, то есть нельзя. Нет, 30 нельзя, можно... 15 плюс умножить на 2 при помощи бура. Зачем я шифтую просто так? Четвертый раз эта фаза была прям совсем короткой. Ну, 1300 урона. Да не, лучше буром подраться, честно говоря. А, я думал, сейчас будет притяжка. Ты офигел? Он явно офигел. Так легко все было. Так легко все это было. 1300 — это 13 простых атак. Ну нет, по сколько у меня атаки бьют? А, ну по 90. Ну да, все верно. Ну короче, невыгодно. Все, фонарь перестал был быть выгодным. Печаль, беда. От 78 до 90 бьют. Да, 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 да. Ну ладно, все, поехали. Нормальный файт. Ой, я забыл. Ну да, бур тоже перекачанный, как бы, поэтому и урон уже такой нормальный. Поначалу удвоение стаков, конечно, весело было. Хорошо все это сделал. Да, было так. Ну логично, что раз он вбил ее в кол в землю, свое копье, то он еще его притянет. У меня такая же обилка есть, была на косе. В этой игре странные скейлы на оружках. Может быть. Тостер говорил, у него там что-то какая-то ловкостная или силовая пушка била по 1500 или что-то такое. Мне обидно, что магобилд оказался нежизнеспособным. Да ладно, были свои фановые моменты на магобилде, чё? Нормально. О! Я не увидел. Что там с шариком летело? Ай, привет. Мне очень нравится, какой здесь, кстати, залаганный таймер, тайминг на этом падении, да? Вернее, на прыжке.
Лифт уже остановился, а ты уже прыгаешь. Ну, типа через секунду. Отлично. Shift центральная, shift центральная. Ага. Красным не блокируем им. Хорошо. Все, отбрасываешь, отбрасываешь. Хорошо. Почему-то вот первый мой файт против на стадии балерины был гораздо проще. И именно про макбилды сам попробовал и то, и другое, и физа оказалась поинтереснее. Ну да, здесь у меня просто гигантская пушка, которая медленно бьет, и все. Для меня сейчас лучшие из двух игр это Хейдес и Грим, только мое мнение. А какая из них лучше? Ты что-то швил какую-то хрень написал, по-моему, нет? Может меч какой-нибудь взять? В таких играх первый трай всегда самый лучший. Да, 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 это факт. Такое было всегда, такое есть везде. А потом жалеешь о том, что вот ты лох, первый трай-то хороший был. Тебе не надоело, не? Так ты куда ты меня толкаешь-то? Мне кажется, это нечестно. Привет, тестер, здорово. Кстати, есть один мув еще крутой. Очень полезный и очень поможет обязательно в этой битве. Знаешь, игры Way Out и Take Two недавно прошел, очень похожие. Похожие, потому что их от одного разработчика знаю. Обе проходил на релизе. 1500, уф. Я, кстати, увидел тостер, он вспомнил про эти осколки, потому что он постоянно в чате спамил про них. Потрать осколки, потрать их, потрать. Я не понимаю, куда делись-то? Какие 3000? У меня же должно быть... А, не, оно по чуть-чуть копится, просто когда я ухожу в инвентарь, оно багует.
тратишь осколки. Еще есть вот такая штука, заполнить все шкалы дыхания. Просто, на, привет. Нужно будет на боссе юзнуть. И заполнить половину шкалы дыхания. 15 хилок и 15 и 8 хилок. Нормально? 30 тысяч опыта, да? Выброшенное устройство ABCD. Ага. Робот с первого трая убил нуб, а ты нуб. Угу. Какой ты молодец. А у нас... А у нас бур. И этот... фонарь как наносил 1000 урона на первом уровне, так и наносит 1000 урона на пятом уровне. Как тебе такое? Только 1300 теперь. Ничего не поменялось в фонаре. Так что если он где-то и имба, то только в самом начале. А у тебя там сколько ты там говорил, у тебя ловкостное оружие било? По 1500, да? Ловкость, сила. Так что не вякай здесь. Я себе просто хардкор устроил с магобилдом. Ау, ну надо ж было. Так, тупо продамажиться-то, да? Че эта хрень делает? Кидает яд, в котором я, наверное, сам тоже буду получать урон, да? А можно не дамажить, пожалуйста, когда я... А, ну, в принципе, никакой атаки нету. Не знаю, могу как бы юзнуть, но... А, полную шкалу. Ага, полную. А игра-то... Ёбывает. Не заполнилась одна шкала. 500-700 с удара. Классно. 300 урона за 15 уровней прокачки магии. Да. Классно. Так нет, ну она должна была... Разве, по-моему, она... Это, это все шкалы? А, вот одну, да? Во, заполнить шкалу, это половину. Все, да, сори, я тупой. У меня 8 штук хиляющих. Так, и что здесь еще интересного есть? Пузырь. Нестабильный. Давай будем бомбами раскидываться. Че, бур скелится? Бур скелится от магии. Но не очень сильно. Других магических оружий мы, видимо, не нашли. Более сильных. Ау, ну вот это было тупо, конечно. Потому что лень была шикджать. Оба, опасно. Ну все, стример теперь расходник. Вообще, дурацкая идея, конечно же, но... Ха.
Так, так, стоять, стоять. Окей, привет. А, да, 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 конечно же. А, ошибся. Думал, что будет вторую атаку делать. Вот как сейчас. Я предлагаю делать так. Так, балерина одна. Вроде бы ничего особенного, да? Я уверен, что здесь будет какая-нибудь... Ага, хрен себе. Вторая фаза, по-любому. Давай. Я готов. Наверное. А! А. Ильмуэ. Ах, чудесно. Так волнующе. Надеемся, вы сочтете это достойным того, чтобы запечатлеть в памяти. Да. Один из... самых, по-моему, запоминающихся файтов, тем более финальных файтов в таких играх. Очень красиво и офигенно сделано вообще. Весь вот этот вот намек на то, что все это было представление только ради вас. Это игра, которую мы сделали для вас. Проходите. Ой, не надо уничтожить весь мир. Круто же. Стену разрушили немножечко. Ну вот он все уничтожил. Как будто батонка, игра очень понравилась, весь плейлист пересмотрел 40-45 дня. Будет после прохождения новинок. Весь мир засосало в нашу черную дыру. Празднество. Найдена новая жертва, дальнейшее достижение себя. Кроме того, вы сможете улучшать оружие в суррогатах, совершить в воздухе дабл джамп. Все-таки здесь существует дабл джамп. О, а, инвентарь не дает открыть. Вот. Ну ладно. Стилем напоминает Blasphemous. Чем-то есть. Ну, чем-то может напоминать Blasphemous, да. И игра Metroid, так же, как и Blasphemous, так же, как и Hollow Knight, так же, как и, не знаю, Ori. Очень красивая, очень атмосферная, классная. Вроде бы скоро финал, да вроде бы это финал, да. И только сейчас дали дабл джамп. Угу. А чё, может и не финал это вовсе, да? Блин, прям показалось, что здесь секрет. Пока стримы проходят, грамм я прохожу рот, взял и подсадил. Ну это же хорошо. Когда вам нравятся крутые новиночки.
Шагать еще придется, да я уже заметил. Но мы на самые небеса идем. С которого ГГшка опять будет падать. Ух, ёпта, нифига себе, тусклое небо. Ну вот и карту нам вернули. Последнее представление. Получение способности совершать двойной прыжок, улучшать оружие в суррогатах. Родитель видел конец, это было пугающе. Ужасно красиво, разноцветный свет, прорывающийся из всего вокруг. Эти воспоминания принесло кого-то дыханием. Они надеются, что их собственный конец будет столь же впечатляющим, и что память о них перенесли дальше. Блин, ну, не конец еще. Я думал, что финальное представление было финальным.